В Атырауской области идут работы по восстановлению энергоснабжения. Накануне вечером здесь вышли из строя две турбины на местной электроцентрали. На 2 часа осталось без электроэнергии левобережная часть областного центра, а также десятки поселков в 3 районах региона. Одна из турбин была быстро отремонтирована вечером. К электричеству в первую очередь уже были подключены все социальные объекты и жилые дома. Подключение населенных пунктов продолжается. 50 мегаватт мы сейчас запросили дополнительно КИГОК. В области есть и другие источники. Это маяк в Актау. В Уральском можем брать электроэнергию. А также запасы электроэнергии имеются у компании ТШО и НСОСИ.